А вот на другом объекте, за которым следит весь город, работы завершаются. Сквер Баранка сдадут уже в ближайшее время. Он обошелся в 2 десятка миллионов рублей и 2 года работы строителей. Каким стал парк сейчас, увидел Виктор Лушников. Елена Врублевская бывает на Баранке каждый день. Она ценитель природы, использует любую возможность, чтобы подышать воздухом. Весной, когда приобрела велосипед, стала любить строящийся сквер еще больше. По асфальтированным дорожкам, а их здесь несколько сот метров, удобно и безопасно кататься. И было хорошо в диком состоянии, и сейчас хорошо в оккультуренном. Мне, например, очень удобно на велосипеде кататься по этим дорожкам. Я вижу много людей, которые вот ходьбой занимаются утром. Многие приходят вот сюда на тренажеры. Еще 3 года назад Баранка выглядела весьма непритязательно. Заброшенный карьер, заполненный грунтовыми водами. Его берега притягивали шумные компании со спиртными напитками. И эти пикники очень не нравились местным жителям. Гулять с детьми здесь было небезопасно, особенно вечерами. Но место красивое, поэтому горожане дружно проголосовали за реконструкцию Баранки. В рамках федеральной программы сюда вложено за 2 года порядка 2 десятка миллионов рублей. Обустроены дорожки, везде установлены скамейки, фонари. Завершается монтаж спортивных и тренажерных площадок. Нам осталось установить площадку для маломобильных групп населения, то, что сейчас делается. Установлена универсальная спортивная площадка, это для игры в футбол, баскетбол, волейбол. Осталось только уложить прорезиненное спортивное покрытие, то есть травма безопасная. Баранка уже стала любимым местом отдыха для жителей Красного Абакана, но особенно многолюдно здесь в выходные. На тренажеры и на футбольную площадку желающие выстраиваются в очередь. Все так интересно, каждый день что-то строят новое, траву садят. Я люблю вот эти вот спортивные лазилки разные, баскетбол, футбол. Я очень много чего этого люблю. На завершение работ по благоустройству и монтажу спортивных городков необходимо еще 2 недели. В начале октября Баранку торжественно откроют. Ухаживать за сквером будут специалисты Абаканского паркового хозяйства. Виктор Лушников, Дмитрий Симонов, Вести Хакасия.